Ее никто не выдумывал и никто не изобретал. Легкую атлетику по праву называют королевой спорта, ибо она естественна, как сама жизнь. И также по праву венцом легкой атлетики стало многоборье. Оно рождает гармоничного атлета, спортсмена, который умеет быстро бегать и высоко прыгать и далеко метать. Разве не к этому изначально стремились люди? Гармоничность рождает величайшую сложность десятиборья. И спортсмены прошлого, и олимпийский чемпион Николай Авилов, и его тренер Фред Оттович Куду всегда решали извечную проблему. Как совместить в одном человеке 10, казалось бы, несовместимых качеств? Кто стремительнее проходит спринт, уступает выносливости на длинные дистанции. Кто выше прыгает, тот хуже толкает ядро. Не только бороться должен уметь десятиборец, он еще должен научиться ждать. Ждать нового старта. Ждать еще одной попытки. Сохранить сил и нервные энергии чуть больше, чем твой соперник, иначе не победишь, не станешь чемпионом. Таким, как Николай Авилов, первый советский десятиборец, который завоевал олимпийское золото.